Вот, друзья, хотел показать вам пальцем в ту сторону. Там стоит гугловская машинка. Lexus, да? В общем, стоит гугловская машинка. Они тут ездят, знаете, вот как воробьи где-нибудь в общественном месте, там, где крошки рассыпают. Живого места нет. Вот где-нибудь встанешь на углу, на перекрестке там. И тут гугловская машинка. И так у нее крутится, крутится. И все время думаешь, может быть, там нет никого. Знаете, может быть, уже дошла техника до того, что там никого нет. Потому что все время говорят, что скоро там никого не будет. Больше того, говорят, что скоро вообще... Ой, тут впереди еще одна, да. Давайте я покажу. Вот. Ну так, я рукой подержу. Вон, видите, там впереди еще одна пошла. Я как тараканы. Со всех сторон эти гугловские машинки. Говорят, что скоро нас вообще всех повыгоняют из-за руля. Да, и будем мы, значит, только на роботах кататься. Вот. А пока что они вот вокруг, вокруг, вот они вокруг, вокруг. В общем. И все. И вот думаешь, скоро. Скоро уже, друзья. Скоро. Вот. Но чем дальше от Гугла, я думаю, тем меньше проблем. Поэтому. Может быть, начнется все с Калифорнии, потом по стране рванет. Потом по заграницам. В общем, такая история. Счастливо.